Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать сушки, фаршированные фаршем и запеченные под сыром. Получается очень вкусное и интересное блюдо. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Итак, нам понадобится фарш у меня домашний, свино-говяжий с луком, подсоленный, поперченный, и еще я туда потерла одну небольшую картофелину. Молоко, жирность берите любую, какая вам нравится. Сушки и сыр. Сыр тоже берете любой, какой вам нравится. Сыр натираем на мелкой терке. Сушки окунаем в молоко и даем пропитаться молоком буквально 3-4 минуточки. Выкладываем вымоченные сушки на противень. Я вот подкладываю фольгу, чтобы потом меньше было возни с мытьем. Заполняем сушки фаршем и отправляем в духовку, разогретую на 180-200 градусов, на 15-20 минут. А сыром посыпем уже перед готовностью. Сушки у нас подрумянились. Аромат уже стоит очень-очень вкусный. Обильно посыпаем сыром и отправляем в духовочку еще буквально на 5 минут. Вот все и готово. Можно выкладывать на блюдо для подачи. Наше блюдо готово. Аромат стоит очень-очень вкусненький. Всем желаю приятного аппетита. И надеюсь, до новых встреч. Всего вам самого лучшего и удачи вам во всем.